Привет! Ты уже целый год смотришь Ю, единственный канал для девушек. Ты уже знаешь, именно здесь отлично разбираются в том, как сделать твою жизнь самой прекрасной. Во-первых, на Ю ты всегда в теме. Девчонки, мы стараемся для вас. Ю, мы тебя любим! Только канал Ю ответит на все твои вопросы. Специально для этого в эфире есть культовые документальные фильмы из цикла BBC «Твое тело и что ты ешь», а также программы о твоих реальных проблемах «Правда жизни. Беременна в 16». Все, что ты хотела узнать, но стеснялась спросить. Если у детей будет его фамилия, он получит юридическое право. Очень хочется пожелать телеканалу Ю и всем телезрителям держать себя в прекрасной физической форме и любить спорт. Теперь любимых котиков не нужно искать по всему интернету, ведь все лучшее уже собрано на канале Ю. Все малыши реагируют по-разному. Телеканал Ю, мы поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе также процветать, быть таким же креативным, суперским, модным, классным каналом. Каждый день после учебы или работы тебя ждут самые крутые молодежные сериалы. «Дурнушка», «Зачарованные», «Тайны Смолвиля» и легендарный «Беверли-Хиллз 90-210». Здорово иметь друга первокурса. Телеканал Ю, с днем рождения! А в новом сезоне будет просто нереально. Долгожданные сезоны «Смолвиля», которые еще не видели в России. Уедешь ты через 10 лет или завтра. Главное, что сейчас ты здесь. Тебя ждет поистине взрывная осень. Ю покажет сериал «Анатомия страсти». Врач сказал, ей может понадобиться операция. И культовую мыльную оперу всех времен и народов «Дикий ангел». Привет, как дела? Я Наталья Рейдо. Смотри «Дикий ангел» для Ю. Мы поздравляем телеканал Ю с днем рождения. В следующем месяце на нашем канале стартует 20-й сезон «Топ-модели по-американски». Впервые участвовать с девчонками будут и парни. Девушки против парней. Я хочу пожелать телеканалу Ю высоких рейтингов. На любимом телеканале теперь ты сможешь задать вопрос в эфире и получить советы от всезнающей Светы на самые животрепещущие темы. Если честно, мой муж жутко храпит по ночам. А уже на следующей неделе стартует ток-шоу «Я права». Ответы на самые интимные вопросы, которые интересуют каждую девушку. Это премьера всех премьер. Интересные гости, девчонки. Ну, то есть все такое молодежное, такое все вот живое. В этом году нам исполнился только год. Все самое интересное еще впереди. Владимир Стражук, программа «В теме».